После завершения сезона в Мытищах защитник вернулся в родной Барнаул, где продолжил кататься с ветеранской командой «Алтая». Руководство «Сдюшор» воспользовалось возможностью и пригласило Вишневского на мастер-класс. Спортсмен с удовольствием принял это предложение. Конечно, в моем детстве тоже бы хотелось, чтобы кто-то провел мастер-класс. И это очень сильно мотивирует ребят, дает им определенную надежду стремиться дальше и стремиться к каким-то целям. И это, я считаю, что очень всегда приятно. И приятно как бы проводить и давать какие-то навыки, какие-то полезности детям. Потому что, ну, когда-то в детстве и мне это кто-то давал, и приятно сейчас этим делиться. И, возможно, в нашем крае, в нашем городе будет в разы больше талантливых хоккеистов, о которых мы будем слышать. На лед Барнаульского дворца зрелищ и спорта вместе с Иваном вышли воспитанники «Сдюшор» 2005 и 2006 годов рождения. Несколько упражнений на оттачивание катания и ведение шайбы плавно перетекли в броски по воротам и один из самых ярких хоккейных элементов – пробитие булитов. Ворота против Вишневского встал экс-вратарь «Алтая» Антон Соколов, который так и не позволил защитнику переиграть себя. Для ребят, конечно, это очень интересно. Таких увидеть мастеров вживую, когда они с ними и покажут, и расскажут, и ошибки все подскажут, скажем, это очень важно для них. И столько эмоций, столько впечатлений. Так что это очень здорово. Под занавес занятия защитник «Атланта» нанес серию бросков по воротам от синей линии. Одно из мощных попаданий в верхний угол ворот привело к восторгу любителей хоккея. Мастер-класс завершился фотосессией и раздачей автографов.